Ну и все-таки хочется напомнить, что наша программа не только рассказывает вам необычные новости города, не только заставляет улыбнуться или посмеяться, но еще и культурно просвещает. Как умеет, так и просвещает. Слова Оксане Стяжкиной. Это воробушек. Да. А у кого? Не у меня. Или? Да! Дура получилась. Игрой на отгадывание птичьих перышек встретила нас на своей первой выставке «Славные зверушки» иллюстратор Любовь Жданова. Женщина уже 16 лет придумывает игры, рисует животных для детских книг, игр и раскрасок. По ее иллюстрациям малыши всей страны учатся считать. Считаем только утят. 1, 2, 3. Потом считаем только цыплят. 1, 2, 3, 4. Но я привношу просто какое-то разнообразие, не делаю их одинаковыми. Как-то стараюсь задать историю. Любовь Жданова очень любит создавать книги-аппликации с животными. Книги «Талантливые зверьки» она нарисовала попугая-художника, зайца-музыканта и даже кота-певца. И все эти зверьки похожи на художницу. Безусловно. Что вот каждый зверек от вас берет? Ну, этот любит поорать. Я очень громко пою. Песенка не новая, но зато своя. Кис-кис мяу, вот и вся музыка. Кис-кис мяу, вот и все слова. Для непосед Любовь придумала пальчиковый театр. Достаточно надеть картонных героев сказки на пальцы, и можно играть спектакль. Как набросились на медведя. Шум, гам, трам. Все перевернулось. Выскочил он из избы и бежать. Начинается река, а дружба начинается с улыбки. От улыбки станет всем теплей. И слону, и даже маленькой улитке. Так пускай повсюду на земле. Посмотреть, поиграть и пораскрашивать славных зверушек Любови Ждановой можно... До 1 марта этого года в Кировском зоологическом музее. Приходите, посмотрите, поиграйте, порисуйте. Я буду очень этому рада, если вам понравится. Оксана Стяжкина специально для программы «Вятка Тудей». Ей!